Дежурная часть отдела полиции номер 3 поступила сообщение о том, что неизвестный мужчина, пытаясь отобрать сумку у женщины, нанес ей ножевое ранение. На место незамедлительно была отправлена следственно-оперативная группа. Очевидцами происшествия стали двое мужчин, которые задержали подозреваемого и удерживали его до приезда сотрудников полиции. Злоумышленником оказался 38-летний, ранее неоднократно судимый, красноярец. Похищенное имущество было возвращено владелице. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». По указанию начальника межмуниципального управления МВД России Красноярска за проявленную гражданскую позицию и помощь в поимке злоумышленника мужчины будут награждены почетными грамотами. Вы ранее судимы? Да. По поводу чего вы доставлены в отдел полиции? Нанес женщине увечья. Этого делать не хотел. Хотел просто срезать сумку. Почему применили нож? Обрезать хотел лямку сумки. Почему нанесли повреждения на лице? Я этого не помню вообще.